Ну, квасе. А какой-то у вас есть свой рецепт? Может, что-то добавляете свое? Соль, сахар. И уксус ложим тоже. Сколько банок готовите на зиму? А на зиму 5-6 банок. Квашеную капусту? Капусту. Да. Вот. Нет. Так. Ну, как-то не очень. А в вашей семье квасят ее самостоятельно или покупают? Нет, чаще всего покупают. Покупают, да? Да. Спасибо. Я не любитель квашеной капусты. Не добавляете никуда там в супы? Может быть, в семье добавляют салат? Нет, я не люблю ее. Нет, когда-то? Нет, вообще нет. Никогда не? Нет. А употребляете? Бабушка, нет, не употребляю. Бабушка делала, да? Бабушка делала. Вкусно наверняка же. Было? Да, было очень вкусно. Хрустяще? Да. Не передала вам рецепт или вы его просто не любите? Нет, я, в общем-то, не люблю, я никогда этим не увлекалась, поэтому... Вас в вашей семье готовят квашеную капусту? Вот сезонное такое. Никогда не готовят. А покупаете ее, может, употребляете в каком-то виде? Свекровь меня готовит. Свекровь только. Свекровь готовит. Да, вам дает пару. Да. Сколько банок на зиму съедаете? По мере необходимости просим, она дает нам. Я сам делаю. Сам она у меня хрустящая всегда. А как сделать, чтобы она хрустящая была? Значит, надо прошинковать соломкой. Морковки туда на крупной терке протереть и на килограмм капусты 20 грамм соли делаем, натираем и сразу в банки и хорошо уплотняем толкушкой, уплотняем и 2 дня, на третий день я ее отправляю в погреб, и она очень хрустящая становится. Готова к употреблению, да. И до нови она у меня сохраняется так. Очень вкусно. В вашей семье готовят квашеную капусту или покупают? И покупают, и готовят. У вас какой-то есть особый рецепт? Может быть, добавить что-то стандартное? Лучше, да? Покупная. Покупная лучше? Меньше возить. Да, говорят, уксус добавляют. Ну, не знаю. Да. Кислинка. Мужу нравится, пускай ест. Нет, не готовит. А любите ее кушать? Люблю, но нельзя. Проблема с желудком. Да? Ага. А в каком виде вот другие члены семьи ее употребляют? В свежем. То есть в свежем? В свежем виде, да. В супы, может быть, добавляют? В суп, щи там варим. Не знаю, что можно добавить, но я делаю в маленьких порциях, в литровой банке, вообще 2 банки, значит, у меня стоят литровые, это нашинкованные капусты, морковка, капуста, морковка, капуста. Вот, до плечиков делаю, значит, капусту, ложку соли на литровую банку, наливаю ее холодной водой и ставлю в холодильник. Все, через 3-4 дня можно кушать малосольную капусту. 1 баночку съела, 2-ю начинаю, готовлю и меняю. Вот так мне много не надо. А сколько у вас на зиму литровой? Хватает, в магазине ее много.